Всех приветствую на канале Халяль Рум в рубрике красоты. Наша рубрика об уходе за лицом продолжается. Мы не останавливаемся и пробуем новинки. Вот так выглядит данный продукт. Видите, написано, что это новинка. Это торговая марка Evelyn Cosmetic. Помним, что производство Польша, офис у них находится торговой марки во Франции, город Париж. Также есть сразу знак, который невозможно обратить на него внимание. Это говорит о том, что 95% натуральных ингредиентов. Дальше, внизу тут есть такой небольшой знак, Viva называется, который говорит о том, что можно использовать для веганов, либо вегетариан. На обратной стороне, обратите внимание, на нашего любимого кролика с сердечком, который гласит о том, что не тестируется на животных. Данный объем нашей масочки состоит 10 мл. Стоимость данного продукта 19 гривен. Его можно заказать, например, как на сайте makeup.ua, так и можно купить в ближайшем магазине, такой как Watson, либо Eva. И, конечно же, могут использовать девушки, которые просто стремятся к натуральной, к косметике. Так, давайте же проверим, что же у нас по текстуре. Итак, данная маска у нас гелеобразная. Обратите внимание, что есть косточки арбуза, только такие маленькие, которые в дальнейшем будут использоваться как скраб, так как эта маска 2 в одном. Предлагаю вам проверять данный продукт, поэтому в первую очередь мы идем, смываем с лица наш тональный крем, или в моем случае я использую BB-крем. Вот, для этого я взяла все, что мне нужно, это мицеллярка и ватные диски. Нужно засекать 10, а то 15 минут. Пройдет время, обязательно смоем и посмотрим, что же будет. Я уже умылась, осветлила, даже, возможно, заметно, да, что лицо стало намного свежее. Вот. По поводу шелушения, некое шелушение убрала. Мне это понравилось. Осветлило очень хорошо. Я прям свечусь, как новогодняя елка. Вот если по-честному, как говорится, между нами девочками. По-честному могу сказать, что да, маска в принципе хорошая. Она сделала те функции, в принципе, на 50%, о котором они гласят. Но те 50% остаются еще недоделанные, потому что поры они так быстро не убирают, ни одна маска, поэтому не разочаровывайтесь, это нужно делать некие процедуры, это нужно делать несколько раз этих масок, вот, потому что это более такой глубокий процесс. Тем более на поры влияют очень много факторов. Косметика, то, что вы кушаете, какую вы воду пьете. Поэтому кому-то подошло, кому-то не подошло. Нужно пробовать для того, чтобы понять, какой продукт нам понравится. Интуитивно, к сожалению, мы не можем определить, понравится, не понравится, только делая акцент на описании. Нужно обязательно пробовать. Кто будет пробовать этой маски, ставьте, пожалуйста, плюсик. Будет интересно пообщаться потом с вами касательно по результатам. Как вам результат? Понравился, не понравился? Если понравился, круто. Если не понравился, тоже хорошо. Значит, будем для вас искать более эффективные, еще более интересные варианты, которые точно вам подойдут. Поэтому всем до новых встреч и пока!